тебя были священные огонь, покажи. Ну, крутые. Едем домой. Передачу включать. Да, в городе, праздник, прям все бегают, тут такой кипиш-кипиш. Это у них самый главный праздник. Да. У нас в России Новый год. Новый год шумнее проходит. Но Новый год — это кто за Новый год? Это не религиозный праздник. Ну, к моему большому удивлению, не видел ни одного пьяного. Здесь? Да. Ну, так здесь вообще нет такой прям это. Пристрастие к алкоголю людей. Все пьют, но нет пьяных. Но сегодня пил никто не пил. Сегодня никто не пил, да. А что в такой праздник-то? Не знаю. Сейчас пойдут домой, венца попьют. И все, скорее всего, все под шафе. Я, кстати, вот раньше, если у меня было прям это культурный шок, что здесь можно выпить две кружки полулитровые пива, а раньше было еще две пинты пива. По 0,6. То есть очень много, и можно было ездить по закону, и все отрезкой. А сейчас как так вот эта истерия прошла, я думаю, почему бы и нет, да, никто здесь не буянит, никто не дерется. Чего им запрещать-то? Это у нас там поножовщина вечно по синьке. А тебя тут закормят насмерть. Что в Новый год творится, да? Драк. Куча драк, да. Надо было свернуть налево. Давай-ка мы свернем и поедем по Термосое. Я чихнул. Да. Мимо Метаквотс проедем. Практически. По соседней улице. Я думаю, что за запах? Свечка же горит. Прикольный такой запах. Да, очень светофоры встали мы. Нонсенс. Решили продлить без того длинный день. Смотри, какие троны. Столик. Что это? Это, наверное, эти. Куда фонтанчик подключаешь и оттуда цветовая, да, течет. Питьевая. Точно. Там осветительный прибор стоит внутри, наверное. Нет, ну вот мы ездим, когда на Курион, видим, всегда стоит такая маленькая штучка с иконкой, и там водичку можно попить и освежиться. Ну, какое-то религиозное место, не знаю, люди останавливаются там. Вот икон, пьют воду, убирают.